Автотранспортное предприятие «Черкесска» периодически обновляется. Приобретаются новые автобусы, открываются дополнительные маршруты, пассажирам предлагаются варианты скидок. Всю информацию о работе общественного транспорта региональной столицы собрал корреспондент Артур Мхце. Постоянно растущее число жителей, строительство новых дорог и микрорайонов. Это и многое другое являются немаловажными факторами периодического обновления транспортной сети региональной столицы. В настоящее время Черкесск и его пригороды обслуживают порядка 50 автобусов автотранспортного предприятия, а также около 20 частников. По словам представителя мэрии, работа по обновлению проводится постоянно. В текущем году за счет специальных казначейских кредитов было приобретено 20 единиц нового подвижного состава, комфортабельных автобусов. Сколько у нас маршрутов и вот есть ли возможность расширения сети? В связи с открытием северного микрорайона, то есть 20-й школы, был продлен маршрут номер 13, парковый химзавод, теперь он обслуживает именно 20-ю школу. Нередко у горожан возникают вопросы или претензии по поводу тех или иных маршрутов. Например, жители ПСЖа из-за недостаточной вместимости общественного транспорта вынуждены подолгу ждать приезда следующего автобуса. Как быть? Есть ли варианты, допустим, как-то увеличение, может, по каким-то маршрутам? Ну вот, честно говоря, на полученный подвижный состав, вот этих 20 единиц новой техники, там автобусы вот, более большего размера, City Max 9, вот, ну, как бы планы были добавить, обновить, потому что туда уже ходили как бы старые лязы. Uh-huh. Да, они капитально отремонтированы, да, но все равно они уже как бы годы берут свое, да. Поэтому как бы есть планы что-то там изменить. Осталось понять, как вместить дорожную сеть Черкесска довольно громоздкие по меркам небольшого города новые транспортные средства. Все-таки на некоторых участках повороты сейчас куда больше подходят менее габаритным автобусам. Разумеется, работают в Черкесске и над программой лояльности клиентов. Так жители и гости региональной столицы, благодаря действующей до конца сентября акции, имеют возможность экономить на каждой поездке. На сегодняшнюю минуту видим, что уже по безналу было пробито 182 билета, то есть увеличивание происходит. Вот, что у нас на сегодняшний день в Черкесске происходит? Значит, с 1 июня по 31 сентября текущего года на территории Черкесска проходит акция 5 рублей скидка на проезд по карте МИР. Что касается транспортных карт, действовавших в городе ранее, носители старого образца необходимо обменять на новые. Достаточно обратиться в единую диспетчерскую службу. К слову, некоторое затруднение у сотрудников АТП в скором времени может вызвать контроль за обслуживанием приобретенного подвижного состава. На случай поломки всегда есть подвижной состав, который мы можем с резерва выпустить. На сегодняшний день парк позволяет. А бывает ли ситуация, когда приходится не своими силами восстанавливать транспорт? То есть, вот, ну, например, поломка какая-то? Да, так как транспортный, ну, подвижной состав новый, в основном они все на гарантии, мы отправляем Пятигорск на, ну, ТСС, там есть Кавказ, торговые представители, они на гарантии обслуживаются и возвращают нам. На данный момент техническое обслуживание небольших автобусов городского автотранспортного предприятия представляется более удобным, поскольку персонал имеет под рукой все необходимое для их ремонта. А вот для новых транспортных средств по окончании гарантийного срока придется подыскивать собственную специальную станцию. Артур Мхцелек Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.